распаковка от Костка нашей тачечки. И у меня есть помощница, вот София. Она захотела тоже поучаствовать в этом видео, поэтому будет мне помогать. У нас сегодня еженедельный такой закуп в Костка на $276. 270 стоят все эти товары в тележке. И такс получился налог $5.50. Кое-что буду подсматривать по ценам, кое-что потом. В общем, поехали с самого верху. Всем привет, Сончик, поздоровайся. Мы в Костка. Сегодня делаем закупочку на неделю, скорее всего. Кое-что у нас есть, кое-чего нету. Много чего закончилось. Каждую неделю здесь какие-то новинки выставляют. Вот, что получится, вам засниму. Что меня удивляет, сегодня прям мало людей, очень мало. По сравнению, может, мы были тогда в субботу, воскресенье, совсем это хорошо. Легче дышать. С чего мы начнем? Ой, вот такая шардячка. Это огромная пачка чипсов. Просто мы брали ее уже в прошлый раз. И эти чипсы из Костка, вот видите, Канада, они прям по вкусу выигрывают. Видно, какие-то такие посиделки, гостевые. Гостевые чипсы, называю их. Стоят они 6,99. Здесь 612 грамм. И они по вкусу, в общем, выигрывают разные виды чипсов. Поэтому гостевые наборы мы ставим туда. Дальше. Давай, ты решаешь сегодня, что у нас зачем. Это что, Сонь? Печенье. Это для чего? Печенье в школу. Мы в прошлый раз все те разы, которые я вам показывала, брали банана бред. Но уже надоел, правда? Надоело, ну, одно и то же, сколько можно уже 2 недели подряд в школу брать. Поэтому решили поменять. Взяла, это называется овсяное печенье, но с шоколадными такими, как они называются у них, не знаю, шоколадной крошечкой, да. В общем, стоит оно, по-моему, около $10, где-то так. И здесь 32 пакетика, что мне понравилось, 16 по 2. То есть всего 32. Можно в школу, так как здесь нет орехов. Здесь нет молочки, как я поняла, нет орехов. В общем, безопасный состав, 3 грамма протеина. Я надеюсь, что оно вкусное, потому что здесь его много. 832 грамма получилось. Вот такое вот печенька в школу, на работу. Это как с собой, я говорю, печенье с собой. Так, следующее, что ты выбираешь? Показывать. Вот, о, это, кстати, мы когда приехали сюда в Канаду, было одно из первых, что мы покупали. Ты помнишь, это было в октябре месяце, и как раз дело было перед Хэллоуином у них, по-моему, и очень много было таких сладостей в коробках. Мы сначала думали, боже, какие такие огромные пачки. А сейчас, вот так как мы тут уже 4 месяца, для нас уже это практически норма, стало огромными упаковками все покупать. Потому что так выгодней, так на дольше хватает. Самое важное, что так выгоднее, потому что никто не покупает здесь батончики вот так вот по одному, по одной штучке, да. Есть 125 штук, в общем, по чеку у нас получилось 19,99 вроде бы. Я думала, что меньше. Ну ладно, может, там еще чуть-чуть скидка. Значит, здесь вот такие виды конфет. Вот эти вот Smarties, потом Aero, KitKat, и вот такая она мне больше всего нравится, потому что это как вафельная. И она чем-то очень-очень отдаленно напоминает мне наши, вот как в Украине, вот эти, Соня, помнишь, вафельные конфетки. В общем, тоже удобно будет с собой, надолго хватит, можно их в школу, потому что здесь нет арахиса. Ну, давай дальше. Вот, тянем за хвоста огромную рябину в виде хлеба. Вот этот хлеб, он не дешевый, ну, как бы, но он очень вкусный. Вот эта фирма с канадским листком, черная, видите, с красным канадским листком. И мы взяли в этот раз такие булочки, они вообще называются для, ну, типа для хот-догов, да, но мы для всего. Они вот такие, знаете, продолговатенькие и очень хорошие тоже идут у нас в школу, в общем, везде, везде, везде. Я вам цену потом напишу, потому что опять я не помню. Вот, здесь 3 на 6, 18 булочек. Так, дальше. Мы распробовали, в прошлый раз взяли вот эти слоечки, да, обалденные. Они у нас ушли, конечно, слойки с яблоком. Они пахнут прямо через упаковку. Яблоко так пахнет, 7,99. Обалденная вещь. Лучше, чем уже там нравится, чем круассаны и остальное. Тут у нас из новинок какие-то вот такие поджар, видите, рюкзаки.
29-30 долларов. Сумка, рюкзак. Ну, прикольный, кстати. Мне нравится. Потому что он и как сумка. Черный мне нравится. И как рюкзачок. Такой материал плотный, хороший. Фирма хорошая. Потом, видите, набор тарелок идет. 24 предмета. Kitchen set. 34,99. Вот такой. И вот такой какой-то для сада. Индор. 79,99. 20 долларов скидка. Дальше. Хлопья, хлопья. Значит, хлопья. Мы взяли в этот раз попробовать это с медом вроде. Но из-за чего? Из-за того, что здесь всего 1 грамм сахара. Проверка. Проверка на состав. 1 грамм сахара. То есть они не сладкие совершенно, потому что в прошлый раз я брала своим там столько сахара, и я уже просто чувствовала, что ты ешь, и как будто там сплошной сахар. Думаю, нет, нужно брать где поменьше, потому что мои едят эти хлопья часто. Попробуем такие просто колечки без сахара. По-моему, стоит такая пачка около 8,99. Это так, за 2. Не забывайте, что Костко везде такие упаковки оптом, да, там нельзя купить одну упаковку, нельзя. То есть покупайте сразу несколько. Дальше. Филадельфия у нас тоже закончилась уже. Получается, на этой неделе у нас мы не ели ее. 2 упаковки по 500 грамм, то есть здесь килограмм. По-моему, она стоит около 12, что-то такое, долларов. Но это выгодно, потому что упаковочка большая. Так, поехали дальше. Аккуратненько. Это я взяла, кстати, первый раз взяла там в Костко. Смотрела я на клубнику и мексиканскую, все из Мексики, это тоже, наверное. Да, продукт, сейчас все ягоды, ну не все, но многие, они идут из Мексики. Но, кстати, хвалят очень хорошего качества, многие из них органические. Это, я не знаю, не органическое, но продукт Мексики. И здесь 510 грамм, я точно помню цену, 6,99. Она такая, мне понравилось, что она небольшая, они такие средненькие. Я думаю, что, ну, в общем, хорошая, не вялая. В школу буду складывать ланчбоксы или, не знаю, просто кушать тоже. Давно не ели. Дальше. Так, в этот раз мы взяли сливки. В тот раз мы брали сливки, но они очень жирные, но мне нравятся. Супер жирные сливки, по-моему, 25%. В этот раз мы решили взять, видите, в кофе. Боже, кофе с этими сливками просто обалденно вероятно. Даже больше нравится, чем с молоком. И если мы идем куда-то, то есть, как говорится, на работу, там куда-то в поход, еще, если мы делаем кофе с собой в термос, то лучше всего делать со сливками, а не с молоком. И в этот раз мы решили попробовать такие сливки. Здесь 10% жирности, меньше. Вот хочу попробовать сравнить, насколько они вкусные или невкусные. Я думаю, что тоже, но потом скажу вам, какие больше понравились. Более жирные или менее жирные. Так. В этот раз взяли тоже, по-моему, мексиканские эти. Да, тоже Мексика. А помидоры 6,99, по-моему, стоит. Вот такая вот упаковочка. Или 8,99. Потому что в тот раз мы брали большие помидоры. Я стараюсь менять. Одну неделю такое брать, другую неделю что-то другое. Чтобы не надоедало, да? Дальше. Дальше у нас Соня тянет сырок. И сырок мне понравился вот этот больше всех. В прошлый раз тоже выбрали. То есть это Гауда. За 2 пакета здесь получается 760 грамм. Около 14 или 15 долларов стоит. Очень удобно, что он нарезал. И все едят у нас прекрасно. Мы даже не думая, сразу взяли этот сыр и все. И на этом как бы все. Так, дальше. Дальше тянем творожок. Я что-то пожалела, что я взяла мало. В прошлую неделю вообще его не было. Я поняла, что его разбирают. Цена просто шикарная. 10,99 за 2, то есть за килограмм. В Walmart'е одна штучка стоит 7,50, а если еще налог, где-то около 8 долларов. Одна, и это очень дорого. И как-то неохота. Ну, пару раз я покупала, но сейчас я понимаю, что цена в Костко, конечно, шикарная. Нужно набирать. Можно было, наверное, еще взять и... Пускай бы был дома, лежал, так что сырники будем делать. Дальше. Это у нас что, Соль? Масло. Это масло не соленое, тоже в Костко. Беатрис. 454 грамма. Тоже отличное, хорошее масло. Брали уже не в первый раз. Дальше.
О, Соня тянет яблоки. Значит, в тот раз мы брали, я хвалила амброзию, но решили уже попробовать какой-то другой сорт. Называется он как? Соня, прочитай. Опал. Боже, ты считай, думала, прочитает. Опал, она. Слышишь, с какой интонацией? Опал. Опал, в общем, какой-то. Не знаю, но они очень мне нравятся. Цвет, я их взяла по цвету. Такой желтый, банановый. Вот у них цвет банана. Я надеюсь, что они, да, будут вкусные. Соня, надеемся, правда? Ты любишь яблоки? Да. Да. Давай дальше. О, Соня потянула рябину. Наконец-то мы взяли, в общем, лосось. Есть двух видов. Костка есть более дикий, по $40 дороже, который... А этот, нет, этот дикий, более дикий, что я сказала, есть дикий, есть какой-то фермерский. В общем, я всегда думала, что дикий должен быть дороже, но не знаю, не буду говорить. Есть по $40, а есть дешевле, вот этот по $34.99. И здесь такая филешечка 18.99 получилось, 500 грамм. Но он, видите, отличается цветом. Есть лосось более такой бледного цвета. А вот этот, он в вакууме идет, и он, видите, цвет, конечно, не очень, мне кажется, натуральный. Но я хочу попробовать засолить, и я не думаю, что он плохой. Я уверена, что он хорошего качества, этот лосось. Полкило за $18, так что я думаю, что тут, видите, тоненькая такая филешечка, тоненькая, небольшая. На бутерброды хочу засолить, наконец-то. Вот, а может и на салат сделать. Так, дальше. Что мы там? Мы тянем огурцы. Брала их тоже в тот раз, 6,99, по-моему, стоят. Мне нравятся вот именно такие в пакете. Они вот эти здоровенные поштучно. По вкусу, по свежести, по аромату. Отличные, отличные. Так, дальше. А это у нас что, знаешь? Ну, на что похоже? На огурцы. Ну, это цукини, это кабачки. Я просто... как-то, может, не видела в прошлый раз, мне сейчас попались они в Костко, цукини, еще и органические, и стоили не совсем там немного, за 5, по-моему, долларов, это упаковка, поэтому я решила взять и сделать из них кабачковые блинчики, давно мы уже таких не ели, и, ну, или просто, ну, вот блинчики что-то хочется, поэтому думаю, класс, цена хорошая, вот, поэтому пойдет. Да. Смотрите, кепки Puma по $9.99. $10. Белая и черная. Но она такая, знаете, просто как какая-то как клееночка. Но на лето хорошая. О, смотрите, тут с дырочками. Puma. Цена вообще шара. Вот, тут, значит, такие, смотрите, настоящие тоже все Adidas резиновые шлепки. Вот такие по типу кроксов. Адидасы по $20, 19.99, да? Так, тут отдел носочков. Чемпион, вот, допустим, кроссовочки $50. Вот. Куртки тоже по $50. Видите, вот такие, типа, как демисезон уже идут. Тоже вот фирменные. Так, что у нас еще здесь осталось? Мясо, как всегда, на бутерброды. Вот это от Kirkland мы берем. Такая буженина здоровенная. Я взяла здесь за 16.35. Ну, цена просто шикарная, как по мне, за 11.99 килограмм. Вот это вы вряд ли где-то найдете цену, и не надо ничего заморачиваться. В общем, нарезал на бутерброды, на работу и пошел. Так, что следующим тянем? Ой, вот это, я надеюсь, что это то, что нужно, мы взяли. А может и не то. Это такие китайские пельмени. Вот, мы какие-то пробовали, нас угощали с Костка, но я не знаю, это они или не они должны быть. Меня смущает, что здесь имбирь, конечно, я что-то не досмотрела. Да, ну посмотрим. Здесь курица, имбирь, вот они как выглядят, они вроде бы уже как готовы даже на вид, то есть их нужно просто пожарить или разогреть в духовке, посмотрим. Соус прилагается, может это соус имбирный, я надеюсь, что это соус, а в них внутри нет имбиря, я очень надеюсь. Но те, которые мы пробовали, нас угощали с Костко, нам очень-очень понравились. Поэтому сейчас, наверное, вот мы сегодня их все приготовим, потому что с Костко... Ой, мы приехали дома, я еще ничего не готовила. Вот, так что постараемся их сделать, да?
Так, смотри, что-то у нас... Набор мисочек 10 штук. Смотрите, какие они красивые. 12,99, 4 доллара скидка. Ну, так много, я даже не знаю, зачем. Но очень красивые. Так, вот такой вот краб. Получается за килограмм 29,99. Такая упаковочка 27 долларов. Это краб разделен на две части. Вот они. И креветки. Креветки за килограмм 23 доллара. Какие огромные. А это у нас что, лобстер? 74,99 за килограмм. И такая упаковка 65 долларов. Это тоже креветки по 18, потому что они поменьше. 18,99 за килограмм. И это wild кальмар. А, такие кольца. Кальмар, филешки уже кальмара. По 15,99. Давай доставать следующее, что? Ох, какая здоровенная бонка. Знаешь, что это? Она открыта. Как открыта? Открыта? Не, нормально, она тут запечатана. Она просто чуть ездит туда-сюда. Взяла здоровое ведро майонеза. Ну, думаю, возьму. Она была по акции. Тут 1,8 литра. Hellmann's, вот эти, вот именно этот. Мне он очень нравится, он мне подходит абсолютно. Мы едим его не каждый день. Ну, там на салаты, когда-никогда, думаю, сделать. Пускай стоит. И он вкусный, меня он устраивает. По акции он однозначно несколько долларов. На него была скидка. Не знаю, напишу вам. Где-то около 8, но за такую огромную бадью. Это как две... обычных маленьких. То есть в обычном Walmart, наверное, маленькая стоит за такую цену. Поэтому это выгодно. Так, что у нас осталось дальше? Это Соня. Соня любительница этих йогуртов. Тоже очень выгодно. И вот такую сразу взял им. Это йогурт в школу, на работу. Здесь удобная крышечка, она такая не разливается. Ты ее открыл, выпил. Там такая как маленькая такая, ну, трубочка, не трубочка, не знаю. В общем, удобная питьевая форма. И мы взяли с малиной. Сколько их здесь штук? 12 на 12. 12. 12 малина и 12 клубника. Всего сколько? 12 плюс 12. Подумай пока. Подумай. А я поищу цену. Потому что мне интересно. Итак, 20 плюс 4. 24 йогурта здесь. Поняла, сколько? 12 клубничка, 12 малина, 24 йогурта. По цену я вам напишу. Так, что у нас осталось? Из такого я поднимать не буду. 2 бидона молока. Беатрис, как всегда, потому что нам одного мало. Мы уже засекли, я вам уже рассказывала. На неделю одного мало. То есть на неделю у меня уходит 2 бидона молока по 4 литра. Хотя, если вот когда мы со сливками, у нас были сливки меньше, потому что мы пили со сливками кофе и уходило меньше молока. Мешочек картошки белая, кстати, это очень понравилось. Я ее когда варила, разрезала, она внутри такая как желтая, хорошо для варки, мне понравилось. Так, еще взяли Duracell вот такие батарейки, это из того, что не еды. И женские штучки я себе взяла, наконец-то, вот такой огромный карабан. Always Up. Здесь 76 штук, чтобы уже закрыть этот вопрос надолго и не покупать. Потому что одна маленькая упаковка в Walmart стоит там около 5 долларов. Вот эта огромная коробка стоит 17 долларов. Думаю, возьму 76 штук, 38 плюс 38. Пускай уже будет, и все. Закрыли этот вопрос. Еще осталась вода. Такие цветочки по 14 и по 20 долларов. Много, ну, прикольные такие композиции, интересный горшочек. Острые такие платья красивые на девочек. 25 долларов. Вау. И вода. Уже по традиции мы берем вот эти 40 бутылочек воды в Костко по хорошей цене. Это удобно, поэтому мы уже привыкли, грубо говоря, брать эту водичку. Вот, друзья, будем заканчивать. Все, друзья, я уже сама заканчиваю это видео. Вот такая вот была покупка на 276 долларов. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напишите ваш комментарий. Напишите, какие продукты вы любите, какие нет. И как вам вообще, как вам эта закупка, да? Потому что обычно люди смотрят и делают, вы даете свою оценку. Многие там говорят, ой, много купили химии, или там мало, или... ой, там что-то то полезное, то не полезное. Вот напишите свою оценку, как вы считаете, каким образом
вам кажется, была эта покупка. Но, как по мне, все нужное, все полезное практически, ну не все, конечно, все полезное в нашей семье применимо, я имею в виду. И пишите, подписывайтесь и также не забудьте поделиться этим видео в соцсетях. И скоро вас будут ожидать новые видео. Так что всем пока-пока.